Это из-за нее. Из-за кого? Из-за нее. Знаю, из-за нее. Что случилось? Не надо так со мной, что? Палома. В чем дело? Успокойся. Не поступай так со мной. Расскажи, Вивиана, что произошло? Я этого не вынесу. Я не переживу. Скажи ему, чтобы он не бросал меня. Если он меня бросит, если он меня оставит, я покончу с собой. Наложу на себя руки. Я не шучу, я убью себя. Все, хватит, пошли. Пошли, куда? Пошли. Пойдем, поговорим. Пойдем. Панчо? Что случилось? Сделай одолжение. И вы тоже. Оставьте нас на 5 минут. Давай, садись. Проходи, садись. Успокойся и говори. Мне не о чем говорить. Прекрасно. Не хочешь говорить, не говори. Тогда слушай меня. Я ничего не сделала. Клянусь, я ничего не сделала против тебя. Это ты так говоришь? Думаешь, я с ума сошла? Я слышала, что ты сказала Хулиану. Я все слышала. Я сказала ему правду. И ты тут ни при чем. Конечно. Пока ты не влезла, между нами все было хорошо. Но ты все испортила, Палома, все. Не будь слепой, ты никогда не была нужна Хулиану. Никогда. Ты говоришь это из ревности. Хулиан любит меня. Любит. Послушай, Вивиан. Ты ненавидишь меня. Да как ты можешь? Ты ненавидишь меня. И знаешь почему? Потому что он любит меня. Меня, а не тебя. Хватит. Давай закончим. Не важно, что я сказала. Я тебе помогу. Поможешь? Да, помогу. Но Хулиан женат на моей сестре. И она ждет ребенка. Я не сделаю ничего, что сможет их разлучить. Единственное, чем я могу помочь, это выслушать тебя и дать совет. Мне не нужны слушатели. Вивиана, я твой друг. Ложь. Ложь. Ты лжешь. Ты не можешь быть другом. Ты даже папу настроила против меня. Тебе меня не обмануть. Ты предательница. Ты предательница! Thank you.
No voy a volver a meterme en lo que no me importa. Ni a darte consejos, ni nada. Ni a dedicarme miradas de reproche. Ni a reprocharte nada con la mirada. Ok. Acepto tus disculpas. Por fin, por Dios. Algo bueno en este día. Gracias. Viviana fue la única amiga que tuve en toda mi vida. Y gracias a vos, la acabo de perder. Quiero hablar con vos de algo muy importante. Norma, me venís a hinchar con lo de tu hermana. ¡No es eso! O mejor dicho, no es precisamente eso. Bueno, pásamelo en limpio. A ver, ¿qué es? Se trata de algo que te conviene. ¿Ah, sí? ¿Qué me conviene? ¿Qué es lo que me conviene? Este es genial. Es genial. Genial. Es re genial. Совершенно genial. Es genial. Абсолютно genial. Es 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 genial. Bueno, y unas, y tenemos que tener свадьба, una fiesta, да? De bodas, ¿no es así? Sí, да. Y yo так нервничаю. Мне это очень нравится. Отпустите. Отпустите же. Хорошо. У нас будет маленький прием. Ведь у вас же нет денег. Да. Совсем нет. Сеньорита Помпом. Да и у меня нет денег, но есть выход. Подождите. Я придумала. Да подождите же. Я придумала. Подождите. Я придумала, как сделать прием в роскошном месте и ничего не заплатить. Замечательно. Где же? Здесь. Норма, ты глупа, как корова. Почему? Ты надеешься, что я пойду на это? Арсиеро, это весьма резонно, что я предлагаю. Если ты оставишь себе издательство, тебе не надо будет убивать мою сестру. И я могу быть счастлива. Понимаешь? Единственный способ быть счастливой с Хулианом – это увести его отсюда, подальше. От Паломы. Послушай, если твое счастье зависит от того, насколько ты далека от Паломы, то не переживай. Скоро ей придется уехать далеко и без обратного билета. Ты ничего не понял. Кто ничего не понял, так это ты. Но если тебе не нужно издательство, то подари мне свою часть. Арсиеро, пожалуйста. A ver, una vueltita, perfecto. Una muñequita. Para, bueno. ¿Vamos a empezar con la foto? Bueno. La pierna ahí. Yo lo... Nada sexy. Lo que necesito es lo más angelical posible, ¿sí? Está bien. Siempre mirando al cielo. Lindo angelito. A ver. Eso. Perfecto. Pero sonriendo, ¿eh? A ver. Vamos. Más risa. Más de vos, pues más que eso, ¿eh? Va. Eso. Aflójate un poquito. Anda aflojándote. Mírame un poquito más a cámara. Ah, no, pero más... Norma. Ni a ver a Julián. Julián no está. Se acaba de ir. Se fue solo. No sé. Viviana siempre fue una chica fantástica. Era mi compinche, ¿sabes? Ocupaba el lugar de... Она была сестрой для меня. Дора командовала Нормой и держала ее вдалеке от меня. Поэтому Вивиана заняла ее место. Ты ее, наверное, любила? Очень. Мы были неразлучны. Всегда вместе. Пока я не пропала. Так значит, ты пропала до окончания школы? Да. За год до окончания. Палома, я виноват в том, что произошло с твоей подругой.
Я тоже виновата, Хулиан. Иначе, что бы я здесь делала? Хороший вопрос. И что же ты здесь делаешь? Говорим о Вивиане, вот что. Однако ты это говоришь как-то не очень уверенно. Я отвлеклась и заговорила о себе. Палома, Палома, почему у нас все так сложно? Хулиан, у нас не может быть все просто или сложно. Лишь у меня и у тебя. По отдельности. Я не могу быть вдали от тебя. А я могу. Поступай, как я. Палома, поступать как ты, значит говорить нет, когда хочешь сказать да. Я говорю нет, когда хочу сказать нет. Хулиан, я знаю, что это трудно. Но я прошу тебя быть подальше от меня. Я знаю, что поступаю неправильно. Но ведь и ты не убегаешь от меня. Нет, не убегаю. Поэтому ты здесь. Ты со мной. Не поэтому. Палома, глупо сопротивляться судьбе. И знаешь почему? Потому что судьба хочет нас соединить. Temprano y volviste ya una pitrafa. Vivi, ¿no me vas a decir qué es lo que te pasa? Estoy cansada, tía. Caminé mucho. Mira que a tía Marta no se la puede engañar, ¿eh? Porque yo tengo cara de tonta, pero no soy tonta. Vos estuviste llorando. Me duelen los pies. Vivi, no seas boba. Tía. Qué horrible es estar enamorada, tía. Pero, nena, ¿qué decís? Si estar enamorada es el sentimiento más maravilloso del mundo. No, cuando se trata de un hombre casado. Espero que no estés enojada conmigo. ¿Por el beso? No, ya estoy acostumbrada a ceder con vos. Bueno, ojalá que esa costumbre sea algún vicio. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Ты себя хорошо чувствуешь? Я не понял, хорошо ли я себя чувствую? Нет, хорошо ли ты себя чувствуешь с собой? Если да, то поделись секретом. Хулиан, ты же знаешь, что у меня проблемы с сестрой. Так вот, я чувствую себя плохо, ужасно. Я чувствую, что краду поцелуй. Ты ни у кого ничего не крадешь. У меня нет поцелуев для Нормы. Я не знаю, что у тебя есть для моей сестры, но теперь еще и Вивиана. Хулиан, мы вели себя как дети. Палома, не говори так. У нас был ребенок. Мой ребенок умер. Но мы всегда вели себя как дети. Всегда. Мы всегда играли в кошки-мышки, в охотника и добычу. Мы не вели себя как взрослые. Не знаю, что сегодня произошло, но я посмотрела в зеркало и увидела себя другой, новый, взрослый. Слишком взрослый, чтобы играть в прятки. Палома, что все это значит?
Ты должен меня помочь. Или, вернее, мы должны помочь друг другу. Помочь? Мы должны расстаться. Расстаться насовсем. На этот раз без обмана. Хорошо, доктор. Я и скажу. Не волнуйтесь, не забуду. До свидания. Сеньора? Сеньора? Сеньора, я хотела поговорить с вами. Знаете что, знаете? Хотела спросить, можно мы устроим прием здесь? Да, Мими, да. Правда? Оставь меня. Спасибо, сеньора. Это безумие, Вивиана. Ты сама понимаешь, что это безумие? А что делать? Наказать себя за то, что влюбилась? Нет, девочка, это прекрасно, что ты влюбилась. Моя мечта — видеть тебя замужем и счастливой. Но это невозможно женатым мужчине. Он не любит свою жену, хочет развестись. Понимаешь? Я не знаю, что делать, бабушка. Я люблю своего мужа и хочу уехать с ним. Он тоже хочет этого. Понимаешь? Так почему же не уезжаете? Арсиера не разрешает продавать мне акции. Не продавай. Как не продавать? Отдай их сестре. Они ведь ей принадлежат. Вот видишь. А потом говоришь, что мы для тебя равны. Нет. Не равны. Палома любит меня. А ты хочешь выставить меня безумной. Нет, конечно, не равны. Usted y yo, de hombre a hombre. Así es, Ovidio. Necesito hablar con usted de hombre a hombre. Y sin testigos espiando. Así que usted viene a ver a mi sobrina. Así es. Necesito hablar con ella. No me dijo su nombre. Soy Julián Argüello. Mucho gusto. Julián. Sí. Un momento. Voy a llamarla. Okay. Julián, mi amor. Querida. Sabía que ibas a venir a buscarme. Lo sabía. Хорошо. Здесь мы сможем поговорить, как мужчина с мужчиной. Прошу. Что? Дверь? Что вам нужно? Видео. Я проиграл. Мими. И суть твоя. Это весьма благородно. Дело в том, Овидио, что это первая приличная работа в моей жизни. Я не хочу ее терять. Что же касается Мими, то можешь быть спокойным. Я не буду преследовать ее.
Я желаю ей счастья. Я желаю вам всего самого лучшего. Если Мими выбрала тебя, то я Мими es usted. Hay que ir a estudiar. Входи. Bien. Чего ты хочешь? Quiero que quieres. Mejor sentate. Я хочу поговорить о важном деле. Я лучше послушаю стоя. Садись сама. Я была сегодня у Арсиеро в офисе. И? Я предложила ему купить мою часть издательства, но он не согласился. Постарайся уговорить его, Барбара. Ведь тебе это тоже нужно. Мы с тобой можем ужиться. Пожалуйста, уговори его отпустить меня. Арсиера уже позвонил и все мне рассказал. Что он сказал? Он отпустит тебя. И он уже объяснил, как. Нет, нет. Палума не виновата. Но она... Она не украла меня. Я не принадлежал тебе. Я же говорил, что моя жена ждет ребенка. Я понимаю, понимаю. Понимаешь? Конечно. Я же знала, что ты женат. Ты не обманывал меня. Хорошо, значит, разобрались. Конечно, дорогой. Я все поняла. Дело в том, что ты очень хорош. Я не понимаю. Это просто. Ты заботишься о жене, потому что она беременна. Заботишься о Паломе, потому что она потеряла ребенка. Каждая тянет тебя к себе. Но ты не волнуйся. Я ничего не хочу от тебя. Скажи только, тебе хорошо со мной? Да, да, конечно. Ты милая. Ты симпатичная. Раз так, не будем больше об этом. Сеньорита Палома, позвольте. Звонил доктор. Он просил вас срочно зайти к нему. Спасибо, увидел. Подожди, Палома. Бабушка, мне нужно идти. Я хочу поговорить с тобой о твоей сестре. Что с Нормой? Не знаю. Но с ней что-то не так. Да, сошла с ума. Вот что. Ты тоже заметила. Что? Болезнь твоей сестры, она очень плоха, Палома, очень плоха. Я серьезно, Хулиан. Я не стану просить тебя делать ничего того, что ты не хочешь. Спасибо, спасибо за это. Оставь это. Мы не должны говорить спасибо друг другу. Ни спасибо, ни прости. Я только хочу, чтобы ты думал обо мне, когда мы рядом. Только обо мне. Ты понимаешь? Конечно, я понимаю, я так и делаю. Хулиан, мы будем так счастливы вместе. Вивиана, ты же сказала... Нет, нет, не волнуйся. Мы будем счастливы каждую минуту, которую ты мне подаришь. Будь что будет. Дорогой. Мой дорогой. Слушай внимательно, Марта. Слушай. Вивиана моя дочь. Раз уж она живет в моем доме, то я хочу знать, куда она идет и с кем. Понятно? Все.
Господи. Моя дочь сведет меня с ума. Мне больно слышать это. Извини, пожалуйста, извини. Я позвал тебя не для того, чтобы говорить о моих проблемах. Я хотел тебе кое-что показать. Тебе придется воспользоваться этим, пока будет проходить период неподвижности. Садись. Нет. Нет, так нельзя, Павло. Не бойся. Такое кресло многим помогло. Прошу тебя, садись. Но причина, по которой я им воспользуюсь, мне кажется ужасной. Ты хочешь отказаться от плана? Нет. Конечно, нет. Я сделаю это. Я должна это сделать. Ты уверена? Конечно, она разрешила. Сеньора Норма? Именно она. Так и сказала, глядя на меня. Извините, сеньорита Помпон. Вы не ошибаетесь? А видео я выгляжу ненормальной. Я спросила, можно ли устроить свадьбу здесь. Она сказала, что да. Все просто, не так ли? Я удивлен. Никогда бы не подумал. Это правда. Вы никогда не думали. В любом случае, хочу напомнить, что хотя сеньора Норма и разрешила, она и не единственная хозяйка. Не единственная. А ведь вы правы. Ради бога, когда это случилось? Эвелия, такое не случается. Это существует. И Норма, Норма не в себе. Это очевидно. Пожалуйста, Митр, не говори так о моей внучке. Прости, Хильда. Ты же не станешь отрицать, что у нее что-то с головой. Ну, знаешь, мы можем ей чем-то помочь. Все знают, что она не в себе, но думаю, что разум покинул ее из-за переживаний. Она так нервничала. Я ей говорю, сошла с ума. Ну, а почему бы не отвезти ее к врачу, к психиатру? Думаю, это лучший выход. Но если сказать Норме, что ей нужно психиатра, она выбросится в окно. Неужели правда? Простите, сеньора Митра, пришел ваш внук. Спасибо, Мими. Простите. Я же говорю. Я так беспокоюсь за Норму, что... Тебе что-то надо, Мими? Да, сеньора. Ваше разрешение. Разрешение на что? Устроить здесь свадьбу. Да, все хорошо. Я пришел повидать тебя и Палому. Сивинку. Мамио, она Палома. Всегда будет Паломой. Я уже с этим смирился. Смирись и ты. Станет меньше проблем. Я предупредила сеньориту Палому. Она идет. Спасибо. Не за что. Вам что-нибудь еще нужно? Нет, благодарю. Еще что-нибудь, Антония? Нет, нет, ничего. Извините, извините. Можешь идти. Мамио, мамио. Привет. Привет. Добрый вечер, Сивинка. Ну, наш брак расторгнут. Что?
Что это значит? Это значит, что мы больше не муж и жена. Как будто бы мы и не женились. Можешь все это забыть, как страшный сон. Но это не было страшным сном. И на том спасибо. Дорогая, пожалуйста, прекрати умолять. Почему бы тебе не отдать все Арсиеру и не уехать с любимым? Пожалуйста, Арсиеру, я больше не могу, пойми. Отпусти меня, пожалуйста. Дорогая моя, разве я похож на таможенника? Ты можешь ехать куда и когда захочешь. Ты все понял, Арсиеру, все понял. А я что-то сегодня плохо соображаю. Что я понял? Ты ведь знаешь, чтобы мне уехать, мне нужно продать мою часть издательства. Как жаль, я ничего не могу купить. Почему нет? Она не читает газет. Ты не знаешь, как живет страна. Кругом ни гроша. Как я куплю твою часть? Но мы можем найти выход. Мы можем прийти к соглашению. Да. Есть выход. Ты отдашь мне свою часть, подаришь. Скоро мой день рождения. Подари. Любовь моя. Девочка пытается заняться бизнесом. Я бы хотел купить ее часть. Хотел бы. Думаешь, она продаст? Думаю, что да. Если еще поднажать, то она отдаст их за бесценок. Надеюсь, это произойдет скоро. Надеюсь. Почему ты спешишь? Потому что... Если опоздать, то появится покупатель. И тогда наверняка я потеряю власть. Если же к моей части добавить и часть нормы, то контроль останется в моих руках. Арсиера, и кто этот покупатель? Надо хорошо принять душ. Знаешь, любимый, я подумала... О чем? Мы могли бы уехать сейчас, до рождения ребенка. Ты говорила с Арсиера? Предложила ему свои акции? Нет. Нет? Ты не говорила или не предложила? Я предложила, но он не хочет. А мне все равно. Все равно, давай уедем, Хулиан. Пожалуйста, давай уедем. Прошу тебя. Пожалуйста. Мы же решили быть подальше друг от друга. Извини, дело не в этом. Мне надо поговорить. Это важно. Паса, входи. В чем дело? Успокойся, Палома. Разговор пойдет не о нас. Мы не существуем. Ладно, ладно. Это не о тебе и не обо мне. Это о твоей сестре. О моей сестре? А что с моей сестрой? Почему здесь?
Почему здесь? Потому что мне здесь больше нравится. Больше, чем библиотеки. Не знаю, по-моему, это странно. Хорошо. Ты хотела поговорить о чем-то важном. Говори. Ладно. Ты победил, Арсиера. Если я здесь останусь, то сойду с ума. Ну? В чем дело? Я хочу уехать со своим мужем. Хочу родить своего ребенка в маленьком городке. Поэтому предлагаю тебе, дай мне 10 тысяч долларов и забирай мои акции. 10 тысяч долларов? Но за 10 тысяч долларов не купить даже дверь от этого дома. Поэтому дай их мне и бери мою часть акций. Этого достаточно, чтобы уехать с Хулианом, снять маленький домик и купить старую машину. Ах, любовь, любовь. Хорошо. Завтра подпишем контракт. Слышала? Да. Если бы я был негодяем, я бы облапошил ее. Но меня волнует здоровье Нормы. Ее место в сумасшедшем доме. И desde cuándo te interesa el dinero? Bueno, en realidad no, nunca me interesó demasiado. Pero lo cierto es que yo enamorado viviría en una montaña de la casa y de la pesca. Pero no estoy enamorado de tu hermana. Igual lo sabes. Yo no sé nada. Muy bien. Entonces te lo cuento. No estoy enamorado de Norma. Así que no es ningún delito que yo intente vivir con todas las comodidades. Ya veo. En un momento pensé que la solución estaba en irme bien lejos con ella. Lejos de todo. Pero me di cuenta que eso no soluciona nada. Porque donde quiera que yo vaya, siempre te voy a llevar conmigo, Paloma. ¿Qué es lo que querés que le diga a Norma? No, yo no quiero que le diga nada. Simplemente que le ayudes a que Arsiero no la estafe, porque eso es lo que él quiere. Estafarla. En parte eso haría justicia. Norma me estafó a mí. ¿O te olvidás que la editorial era mía? ¿No? A nadie se le ocurre hacer un comentario hoy. Sí, como para comentar. Justo a tiempo, Mimi. Dejé la bandeja que no, yo sirvo. Ah, sí, ya, señora, que no. Bueno, quizá mi hermana tenga razón, ¿no? Tal vez deberíamos estar comentando la situación económica del país. Como esto siga así, no sé dónde vamos a ir a parar. ¿Sabes cómo ha caído la venta de revistas, Norma? Norma, ¿sabes cómo ha caído la venta de nuestra revista? No. Claro, no sabes. No, no sé. En vez de preocuparte por eso, estás preocupada con tonterías. Sí. La biblioteca. No, déjala, por favor, que tome su café. Después lo tomo. No te preocupes, me gusta frío. Vamos.
Bueno, el café de Paloma me lo tomo yo. No, no, no. Este, no, este es para mí. Para mí. ¿Y aumentaste mucho de peso? No, el embarazo es normal. De todas maneras deberías comer un poco más, o por lo menos alimentarte mejor. Что ты мне хотела сказать? Я и Хулиан хотим перебраться в какой-нибудь маленький город в провинции. Извините, вот кофе. Так вам будет приятнее разговаривать. Ты так любезна, Барбара. Прошу. Норма. Палома. Прошу. Спасибо. Этот кофе очень сладкий. Ты любишь такой, Палома? Нет, нет, Норма, верни мне чашку.